Алена, да? Можно, Алена? Угу. Вот у меня какая-то лажа в отношениях происходит, вообще не пойму, то есть не могу разобраться особо. Вот Элина есть, мелькает на фоне, вот у меня новая девочка Диана, прекрасная девочка, я считаю, появилась, как бы, ну вот, хотелось бы узнать, что ты вот вообще думаешь, как можно помочь мне, не знаю, разобраться, что ли, вот конкретно, что можете сказать вообще? Девочки все хорошие, но все не для вас. Почему? Потому что в преобладании стихии огня, причем такая мощная стихия огня, это никак не связано со знаком зодиака, это именно вот стихия внутри человека. Она сжигает все вокруг. И чтобы построить отношения, нужна женщина-земля. Да. Вот чтобы ваша стихия огня именно что делала? Разогревала, да, не сжигала, ее нужно заземлить. И вот такой девочки здесь нет. А какие характерные качества вообще? Вот. А земля, она спокойная всегда, она знает, что она хочет. У нее наперед все продумано, как, зачем она пришла на проект, что она хочет в итоге. Да? То есть не на завтрашний день, а вообще там на всю жизнь вперед. Она хочет детей, она хочет семью. Земля, и она очень такая, у нее все-все по полочкам разложено. Она вот такой материалист. Вот это прям земля.